Здравствуйте, Махина Бердовна. Я врач-терапевт Свердловской поликлиники. Семина Елизавета Александровна. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте, чувствую я себя хорошо. Я хотела бы узнать результаты своих анализов, которые я сдавала в пятницу. Давайте посмотрим. Свердловская поликлиника в числе первых в структуре Щелковской городской больницы начала применять телемедицину в общении с пациентами. Достаточно прикрепиться к поликлинике и иметь учетную запись на госуслугах, чтобы начать экономить время, которое мы обычно тратим на ожидание в очереди. В период активности коронавируса и других респираторно-вирусных инфекций это особенно актуально. А теперь о тех, кому будет полезна телемедицина. В первую очередь это пациенты, которым необходима выписка льготных лекарственных препаратов, но у которых нет возможности явиться очно в поликлинику, то есть это лежачие больные, маломобильные и так далее. Те, кто прошли обследование или диспансеризацию и хотят узнать свои результаты анализов. Разговор в среднем длится 15 минут. Примерно столько же времени отводится и на очный прием пациентов. Самый востребованный вопрос – запись к узким специалистам – онкологу, неврологу. Перед тем, как на него ответить, терапевт смотрит карту пациента. Она у него всегда под рукой. Все результаты обследований и все результаты посещений других специалистов, поэтому очень удобно. Я могу все отследить, даже одновременно при общении с пациентом. Как записаться на онлайн-прием? Вбиваем в адресную строку браузера telemed.mosreg.ru. Кликаем «Получить консультацию с врачом поликлиники». Проходим авторизацию через госуслуги, указываем регион прикрепления Московскую область и номер полиса ОМС. Принимаем условия и даем согласие на обработку персональных данных. Делается это один раз. Далее выбираем из списка плановую запись нужного нам специалиста по фамилии врача и его специализации или названию учреждения. Обратите внимание, чтобы в верхнем правом углу был значок «Онлайн». Во всплывающем окне пишем суть обращения и выбираем способ связи по видео. Не забываем про галочки о согласии на обработку данных. В следующем окне выбираем дату и время телесеанса. Для того, чтобы пообщаться по видеосвязи с нужным вам терапевтом, нужно заранее выйти на портал госуслуг Московской области. Сделать это нужно как минимум за 15 минут до сеанса и дождаться ответа врача. Список доступных для онлайн-приема врачей постоянно пополняется. В Свердловской поликлинике услугами телемедицины воспользовались более 100 пациентов. В дальнейшем планируются консультации всех терапевтов, узких специалистов, 10-15% от приема. Для видеосвязи подойдет любое устройство, на котором есть интернет, микрофон и видеокамера. Это могут быть стационарный компьютер, планшет или смартфон. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.